Первым делом нарезаем кабачки на кружочки, солим их и откладываем в сторону. Мелко нарезаем помидор, мелко нарезаем зелень. Далее кружочки кабачков обваливаем сначала в муке, потом во взбитых яйцах и обжариваем на растительном масле на среднем огне с обеих сторон. Далее готовим соус. Для этого мы соединяем сметану, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Смазываем получившимся соусом наши кабачки, выкладываем сверху мелко нарезанные помидорчики и посыпаем обильно сыром. На этом этапе отправляем кабачки в хорошо разогретую духовку.